Медитация на первую чакру. Для открытия чакры Муладхара и гармоничной циркуляции энергии в ней рекомендуется выполнять медитацию с произнесением определенных звуков либо мантры. На заднем плане сейчас заиграет данная мантра. Она поможет вам в медитации. Для проведения медитации примите положение сидя или стоя. Выберите то, какое для вас более удобное, и расслабьтесь. Перенесите свое внимание в центр груди и сосредоточьтесь на мысли «Я есть». Перенесите свое сосредоточение на первую чакру. А после на свои стопы. Они должны полностью соприкоснуться с землей. А затем вы должны полностью ощутить ее притяжение. Представьте, как ваши ноги доходят до самого центра земли. Как будто растут из ядра земли. Обратите внимание на свою левую ногу. Через нее течет энергия красного цвета. А эта энергия поднимается из земли и собирается в чакре Муладхара. Сразу визуализируйте в
вихрь красного цвета в области чакры, который вращается против часовой стрелки. Отдавайте этому вихрю весь свой страх, агрессию и негатив. Сейчас вы чувствуете, что энергии накопилось много, прям с переизбытком. Вам нужно представить, как она уходит через правую ногу обратно в землю. Ощутите, как эта негативная энергия стекает с вашей головы, груди, живота и течет к первой чакре, а затем уходит вниз. Сейчас ощутите облегчение от избавления того негатива, который вас переполнял. Можете представить его грязным цветом, который перемешивается с чистым цветом земли. После того, как вся грязь ушла, ощутите чистоту в чакре. Видите ее яркий свет. Видите ее красный цвет. Вместе с этим вас должна наполнять энергия уверенности и умиротворения. Затем вы можете задать качество полученной энергии, так как Муладхара – это твердость и уверенность, то вам нужно представить огромную степь или гору, или что-то такое незыблемое. Ощутите спокойствие и непоколебимую уверенность этой природной стихии. А после представьте, что эти качества проникают в вашу чакру. В результате таких действий они должны вам передаться и полностью наполнить вас. Запомните это состояние, живите в нем. Особенно это полезно для мужчин. Наблюдайте за изменениями в вашей жизни. Они непременно произойдут.
А с вами была Юлия Жукова.